Авиасейлс. Поиск дешевых авиабилетов. А я сразу-то не сообразил. Блин. Не, бывает и такое. Ай, ну честно. Это охуенно. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. А во сколько ты просыпаешься? Так, ну, с учетом того, что я сплю только в воскресенье, просыпаюсь я где-то во вторник. Расскажи о своем графике. Ты живешь сейчас в Подмосковье? Нет. Я живу в Лондоне. Ты живешь сейчас в Подмосковье? Нет. В Лондоне. Ты живешь сейчас в Подмосковье? Ладно, я живу во враге в Подмосковье. Почему за городом лучше, чем в городе? Там много упыречков, а таких вот маленьких. С ними очень удобно играть в гольф. Большими бананами берешь банан, который яблоко, и этого упыречка так херак, и он летит, и ты такой, упыречки! И потом не забиваешь, и приходится выращивать новых. Тяжело все-таки за городом. Тяжело. Когда ты впервые попробовал тяжелое? Я ждал этого вопроса, да. Я не употребляю тяжелые наркотики, но наркотик, на котором я сижу, кстати, на данный момент, а спонсор сегодняшнего выпуска СПИД, а СПИДа нет, так что и спонсора нет. Так вот. Наркотик, на котором я нахожусь, имя ему Данила Рыжкин. И он весит всего 75 килограмм, поэтому я бы не сказал, что это тяжелый наркотик. ПАУ, сука! До 2016 года, когда ты ближе всего был к смерти? Это было в 89-м, когда я еще был спермой и выдохся на половине пути, потому что уже тогда курил. Но потом открыл второе дыхание, я всех, чертовой матери, обогнал, и вот я здесь. Но так я чувствую, третий раз придется выживать после этого интервью, потому что мне не нравится, как ты на меня смотришь, и как смотрят люди за кадром. Че-то вы замышляете, засранцы, я вам не доверяю, господа. Ой, Юрий, не доверяю. Ну ты же куришь траву. Ты садился за руль под травой? Нет. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Подпишись на мой канал! Доброго времени суток! С вами Данила Рыжкин, и я надеюсь, вам действительно понравилось данное шоу. Это бородатое шоу Beard Show! Этот экспериментальный выпуск, и вы действительно подпишитесь на канал, поставите лайк, прокомментируйте и распространите, чтобы ваши друзья, знакомые, родственники посмотрели это видео и улыбнулись, ведь в нашей серой стране улыбки ой как не хватает. Ну и еще хотелось бы сказать, Юрий Дудь, который вдуть, это видео также посвящается и тебе, потому что попробуй взять настоящее интервью у андеграундного блогера. У меня, потому что взять интервью у знаменитого человека может даже не родившийся младенец, больной раком. А ты постарайся позадавать каверзные вопросы, и чтобы они были интересны такому человеку, как Рыжкин Данил Андреевич, то бишь я. Это вызов тебе. Так что, зритель, распространи данное видео, чтобы Юрий его увидел, и мы сделаем безумное интервью. Хотя меня все равно никто не посмотрит. Или посмотрят. Время покажет. Ну что ж, с вами был, есть и будет всегда Данила Рыжкин, самый субъективный бородач на всем Ютубе и во всем интернете. Не будьте нормальными, будьте рациональными. Всем спасибо. Всем дизлайк. Рыжкин будет пить, пить будет Рыжкин. Рыжкин будет пить, пить будет Рыжкин. Рыжкин будет пить, пить будет Рыжкин.